Всем привет! Меня зовут Алена, и сегодня вам покажу, как я декорировала вот такой декоративный скворечник. Очень интересная, мне кажется, идея. Использовать можно совершенно любые домики. Ну а сейчас, если вам интересно, я покажу, как я это делала. Если вы давно на меня подписаны, то вы помните, что вот этот скворечник я заказывала из одного из украинских магазинов, и это было еще перед Пасхой. Я долго не знала, что я хотела с ним сделать. Сначала я пыталась что-то наклеить наклейки, но в итоге ко мне пришла идея задекорировать именно саму крышу. Подобные скворечники, я знаю, что есть совершенно в разных магазинах для творчества. Ссылку откуда мой я вам оставлю в описании. Также вы можете самостоятельно из картона сделать какой-нибудь интересный домик и задекорировать саму крышу. Тут, мне кажется, фантазировать можно уже сколько угодно. В работе я буду использовать природные материалы и вот такой мох сфагнум. Я его покупаю в цветочных магазинах. Это для орхидей. И еще совсем недавно я нарвала вот такие маленькие шишечки туи. Они уже высохшие хорошо, поэтому использовать в работе их можно сразу. Смотрятся они как по отдельности классно, также если использовать вот такими небольшими кучками. Ну, конечно же, природные материалы у меня самых маленьких размеров. Я подбирала все, что приблизительно одного размера. И буду использовать еще маленькие листья. Кстати, вместо таких листьев можно использовать высушенные листочки фисташки. Я когда-то вам уже показывала. Ссылку, кстати, на то видео тоже оставлю. Смотрится очень здорово. Ну, а теперь начинаем декорировать. Так как крыша все-таки гладкая, я процарапываю сверху шилом хоть немножко, чтобы материалы более надежно держались. И сам свой домик я красить уже не буду, потому что, в принципе, расцветка мне нравится и подходит для дальнейшей работы. При желании подобные домики можно, конечно же, покрасить совершенно в разный цвет. Сверху есть крепление, чтобы подвешивать, поэтому я вставляю туда веревочку и уже после этого начинаю декорировать саму крышу. Для яркого акцента буду использовать вот такие ярко-красно-оранжевые сахарные ягодки. И постепенно начинаю приклеивать. Приклеиваю природные материалы, между ними вклеиваю мох. Использую я в работе термоклей. Поэтому подобный скворечник ни в коем случае нельзя держать на улице под дождем, потому что все отвалится. Этот скворечник несет чисто декоративную функцию для декора и красоты вашего дома. Постепенно все приклеиваю, добавляя также яркий акцент, это ягодки и где-то между листья. Итак, я делаю со всей крыши.
Ну и вот, я вся клеила всю крышу. Смотрится уже здорово. Но мне хотелось добавить еще немножко мха. Я подклеила его под крышей и где-то в каких-то уголочках, чтобы все-таки не был слишком пустой сам домик снизу. Ну и мне не хватало еще немножечко цвета. Я взяла акриловую краску желтого и красного цвета под цвет своих ягод и слегка я по краям прохожусь вокруг сердечка, чтобы немножечко его оттенить, и оно было более заметным и тоже более осенним. Чтобы внутри скворечник был не пустой, заполняя его сизалью. И на этом всю свою работу я закончу. Мне кажется, достаточно. Но можно еще и посадить птичку. У меня птички нету, поэтому я без нее. Мне кажется, такой скворечник подойдет именно для осеннего декора. Но если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте подписываться на мой влоговый канал, все ссылочки есть в описании. И мы увидимся с вами уже совсем скоро. Пока-пока!